7 июля. Собрались немножко прокатиться вдвоем на Тебу. Ни разу не были. Посмотрим, что там за Тебы. Многообещающие. Вообще, как сказали, народу маловато там. Что нам и надо? Хороший отдых и побольше рыбы, если она будет. Едем вдвоем, никого с нами нету. А, в принципе, ничего страшного. Разведка. Это поездка-разведка. Едем. За рыбою большой. Вот такую поймаю. И съем ее. Вот с острова сейчас мы опять на берег. Гора, смотри, как я зарубился. Что-то в дымке все там, видать, пожары в Красноярске. Вот до Балыксы маленько уже осталось. Тоже Хакасия. Все вдоль железки. Так вот по реке. Уровень маленький, ладно, в этом году. Так что можем проехать.
встретили таежников здесь. Вот показывают дорогу, как проехать. Дядь Толь, ты куда с кадра-то уходишь? Дядь Толь, ну помаши для истории ручки. Встретились, да, в тайге. В городе не встретились, в тайге. А я слышу рев такой, я думаю, медведь что ли, блин. Ну так дорога-то более-менее, да, сюда? А дорога куда-то идет на верхнюю Тебу. Там пошел бы. Верхнюю Тебу называется. Там дома стояли раньше, и дорога была. А где ты там? Только... А ты бежал отсюда, брат? Откуда? Откуда было бы там, куда бы... Ему нанотехнологии недоступны еще. И два дракона загнали сюда. Да ничего, такие брода. Вода-то высохшая в этом городе. Да, нету вообще. Вы в одном месте туда брод был. Ну вот там один, ну, такой более-менее. Кто побежал-то, я за тобой, ты за. Это глушитель называется истребитель бродов. Истребитель бродов. Надо на крышу, блядь, запускать его, блядь. Вот это я и видел. Это мы в том году, когда на Керч съездили. Да заебался. У мужика такая хуйня, блядь. И сколько весит? А я вот ворники отрывает, да? А улетает. Успел сфотографировать эту хуйню. Вот, вот я у кого-то видел вот такой, я понял. Ну хорошо. С Кунгом. С Кунгом 66-й был. Ну, ты что ты будешь делать? Вот у них когда есть. Ёба у них такая, блядь. Никак я не им пользуюсь, не могу. Вадим рыбачит. Чё, как успехи-то? О, не отбой. Ничего, мы только начали, да? Да, только начали. Ещё поклёвки не видели. Мы надеемся, скоро будет. Ну, мы уж совсем в Ихове-Тебе уехали, так что тут ручеёк текёт.
Ну, будем вниз спускаться постепенно, посмотрим. Остановимся там, где клюет. До новых встреч. Кашка-малашка, гречневая и рисовая. Заморачиваться не будем в этой поездке, ничего готовить. Просто разведка. Будет уже так. Кто любит гречневую кашу, я люблю рисовую с мясом. Так рисовой что-то маловато в банке было. Да ничего. Не доложили, наверное. Наверное. Чего сидишь, включаешь? Грущу. Рыбка не ловится? Не, не ловится. Жарко на улице. Жарковато. Ну, зато место красивое. Место красивое, точно. Чего, нормально все. С кашки сварим гороховый. Ну, наедимся. Кашу будем варить. С тушеночкой. Тушенку отдельно сварим. А кашку отдельно. И маслице главное сливочным заправим. Да, а тушеночку отдельно будем кушать. Да, кефир у вас есть. Кефир сейчас будем пить. С кефирчиком, да. Что-то хряпнем. И хорошо. Кашку гороховую варим. С тушеночкой сейчас. Вообще хорошо. Чаек с листочком. Смородинки черные, да? Да, листочек хороший. Прям запах идет дурмящий.